Adam sinir kurdu. На Исток ездил, там тоже три автобуса стоят. Потом на Новосибирск, на второй чернет. Это прям до конечного поедешь? Не знаю. Минут 10 наберется. Да, пожалуйста. Ну, а ездил до конечки. Там красивая конечка. Да. Там 30 0.12. Интересно, что такая лучше фоточка. Я понял. Причем все на телефон фоткают.
дружище. Нифига. Вот так вот они, короче, выглядят. Чё? Типа, смотри, там холм. Ага. Такой же дырки. То есть там типа заброшенная территория буквально, грубо говоря, может километров 5. Ничего. А что, это далеко находится? От Истока? Ну как от Истока? От Ленга? Ну, от этих всех недостроек. Короче, ты за брошками тоже попытаешься? Ну так, так чуть-чуть. Вот так чуть-чуть. Если что, вот Wikimedia, это крутой сайт. Очень прикол в том, что сейчас... находится вот где-то половина, короче, действующая, например, вот эта часть, половина не действующая. А что, охрана там есть? Ну, там солдаты. А. Хранилище номер 2 есть. Фига. Сейчас автобус ждать, еще один буду. Посмотрю. Что там?